Здравствуйте, друзья! Прогуливаясь по улицам Анталии, мы забрели снова в этот же скверик, на который делали обзор летом. Этот обзор вы сможете найти по ссылке в описании, или же сейчас на него выйдет подсказка. Там вы сможете увидеть несколько зеленых зон, в частности и этот скверик, как он выглядел летом в светлые дни. А сейчас на дворе уже декабрь, скоро Новый год, и этот скверик нарядили ближе к Новому году, и он выглядит очень красиво и создает новогоднюю атмосферу. И давайте же прогуляемся по нему и посмотрим, как он наряжен. Итак, вот такой вот небольшой, скромный, но интересный и наполненный уютом и атмосферой праздника обзор у нас вышел. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. На фоне этого прекрасного вида я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!